Ворожея не смогла предугадать визит оперативников. В Омский подсуд пойдет целительница-вымогатель. На нее пожаловалась жительница Советского округа. Она заплатила ей почти 100 тысяч рублей. Полицейские задержали лжепровидицу прямо во время магического ритуала. Позже выяснилось, знахарка вынудила еще одну жертву взять в кредит 120 тысяч рублей на снятие порчи. На допросе волшебница призналась, что экстрасенсом себя больше не считает, но зато теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.